Привет всем, с вами Салыч. Сегодня я поделюсь с вами одной очень полезной техникой. Некоторые, может, из вас знают об этом, но многие, я думаю, не знают. Речь идет о возможности переключения разных пресетов на одном синтезаторе. Способ, о котором я расскажу, очень удобный, экономичный и очень хорошо подходит для игры вживую, для создания лайфсетов и каких-то сложных слоев, и также для переключения пресетов ваших синтезаторов. К примеру, у меня есть загруженный синтезатор Massive. У меня также есть подготовленная программа или мой банк различных звуков, сохраненных в определенной очередности. Я загружу свой банк. Как видите, у меня тут 5 звуков. И мне нужно включить эту кнопочку. Эта кнопочка включает возможность переключения этих звуков с вашего MIDI-контроллера. У меня есть клавиатура, с помощью которой я могу переключать звуки. То есть, имея один синтезатор, мы можем в разное время в композиции переключаться на разные пресеты и играть разные партии, что значительно экономит наши ресурсы. Ну, естественно, если эти звуки не звучат одновременно, вы можете переключаться. Также переключение пресета можно привязать к клипу, к MIDI-клипу. И, триггируя сам клип, менять звук в вашем банке. Соответственно, партия тоже может меняться, может не меняться. Ну вот, к примеру, первый клип. Теперь, как это все делается? Если мне нужен первый звук, первый пресет, я кликаю на клипе два раза. У меня здесь появляется вот это меню. И в разделе Notes внизу будет раздел, подраздел Program Change. И, соответственно, все, что нужно сделать, это номер программы изменить. Номер программы – это номер пресета. Если я ставлю 2, и так далее. То есть в первом клипе у меня может стоять первый звук, во втором пятый и как угодно. То же самое можно делать с рядом других синтезаторов, практически со всеми, в том числе и в Silent. Вы можете загрузить какой-то банк и, соответственно, таким же образом переключать эти пресеты. Вот, к примеру, что получается, если мы используем два синтезатора, но в каждой сцене у нас будут разные звуки. Thank you.
Вот таким образом, имея два синтезатора всего лишь, вы можете переключать в них пресеты и разнообразить ваш лайфсет, не перегружая свой компьютер. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, этот урок был для вас полезен.